Добро пожаловать в эпоху Возрождения. Масштабный и эпичный мюзикл про жизнь Леонардо да Винчи представят в Симферополе. Мы с вами увидим то, чего не покажут на премьере. Вот это я понимаю. Красавчик. Спасибо. Стараемся. Это вы так всегда готовитесь здесь? Ну, практически, да. А вы танцуете? Да. Класс. А покажите нам что-нибудь красивое. Что показать? Какой-нибудь батман фондю. А сальто с переворотом? Нет, сальто не умею. А под куполом покрутиться? Под куполом покрутиться, да. Высоты не боюсь. Какой вы молодец. А покружиться вокруг себя на одной ноге. Класс, браво. Спасибо. Как вас зовут? Вадим. А фамилия? Жигарьков. Вадим Жигарьков. Вы молодец. Спасибо. Сколько вам лет? 22. Поговорим с вами через 5 лет, когда вы будете звездой Большого театра. Спасибо большое. Да. Ага. Ровная коленочка, так. Спинка, да? Да, да. А вы давно занимаетесь балетом? Всю жизнь, наверное. Всю жизнь. Вы тоже задействованы, да, в постановке? Нет. Вы как хореограф здесь? Нет, просто не все задействованы. Почему это вас не задействовали? Давайте я поговорю с режиссером. Не надо. Я правильно понимаю, что вот эта вся конструкция, это вот именно с эскизов Леонардо да Винчи сконструировано? Не с эскизов, вот эскизы, ага, Леонардо да Винчи. Записи вот рабочие, да? Да, это все как бы списано с его тетрадей. Ага. Вот, а эта конструкция, это эклектика, конечно. Но мы взяли, у него есть схема водопровода, ага, как поднимать воду. Вот эта спиральная лестница оттуда. Ага. Ну, не прямая копия, но, в общем, идея взята. Что-то похожее, да? Да, да, да. Понятно. Слушайте, ну она вращается, да, эта конструкция? Хотите, то есть ее может... Ставить. Конечно, хочу. А вы меня покружите? Слушайте, ну здорово. Да, она крутится, на ней работают артисты, поднимаются вверх-вниз. Так, пойдемте. Куда? Идемте еще выше. Идемте, давайте. Не бойтесь. Так. Ну, с вами мне не страшно, конечно. Ага. Да-да-да. Вон туда. Теперь вы попадаете вовнутрь ее. Ой, друзья, ну здесь узко, тесно, высоко. Все, как я люблю. Не, на самом деле это дико страшно. Вы можете подняться прям. Какой ужас. А здесь есть страховка? Нет, страховки нет, но есть... Страховки нет, здесь есть, вот видите, специально перила сделаны, чтобы люди могли держаться и безопасно спускаться и подниматься. Да какой безопасно, слушайте, это кошмар, а она еще вращается, да? Актер спускается, проговаривая текст или исполняя какой-то музыкальный номер. Да, актерам вашим надо здесь памятники ставить. Вот здесь же на сцене поставить надо памятник актеру. Отчасти здесь и есть и памятник, да. Все, Владимир, я пойду. Спасибо вам большое. Удачной вам премьеры. Спасибо, приходите еще. На ваш аттракцион. Да. Спасибо. Аттракцион ужаса. Ну, репетируют артисты, как правило, в удобной спортивной одежде. А вот эти шикарные, красивые костюмы, которые мы с вами лицезреем на премьерах, создают вот здесь, в декорационном цеху. Давайте посмотрим, как это делают. We'll be right back.
То есть перед тем, как создать вот эти огромные красивые декорации, создается вот такой макет. Макет, подчеркушки, эскизы. Вот макет разработан. Вот он, два экземпляра его. Слушайте, как интересно вообще. И вот здесь все маленькое. Все увеличено, все в 20 раз больше. В 20 раз больше делать. Масштабы в 20 раз больше. Сантиметр за 5 сантиметров на сцене метр. Даже вот маленькая мебель, маленький мольберт. Это вообще, представляете? Вот человек размером какой. Вот настоящий человек размером. По этой сцене. Вот это еще не готовый костюм. Вы будете его еще расписывать, украшать. Они сшиты пока, но еще не дорасписаны, доделаны. Вот этот монах. А сколько вот один костюм расписать? Сколько по времени нужно? До упора, пока не будет устраивать. То есть можно переделывать до бесконечности? Можно полчаса, можно 3 дня. То есть пока вам не понравится костюм, я слежу и помогаю, никто не выйдет. Ни один артист не выйдет. Это мое авторское право. Даже если табуретку режиссер поставит не на то место, где принято по макету, я могу прислать адвоката, он принесет. Хотите пример? Да, конечно, хочу. Слушайте, что вы спрашиваете у женщин такие вопросы. Хочу ли я примерить? Я сюда для этого и пришла. Вот одна из костюмов, один из костюмов. Да, друзья, вот именно так выглядят тенденции весна-лето 2019 от Юрия Ивановича. Здравствуйте, а вы чем занимаетесь? Я пробиваю костюмы, чтобы потом их прошивать. Пробиваете? Это как? Вот так. Ой, мамочка, ну вы... Господи. Все, я поняла. Предупреждать надо. Слушайте, ну это вот нужно пробить. Сколько дырочек-то вы делаете? Я не считаю их. Очень много, но расстояние где-то 2 сантиметра. Покажите ваш молоток, пожалуйста, можно? Он такой увесистый, хочу вам сказать. А бывало такое, что промахивались? Бывало. Правда? Больно? Очень. И продолжаете? А у вас нет никакой защиты? Какая защита? Ну, какой-нибудь нарукавничек. Бог с ним, с маникюром. Главное, попадите по пробойничку. Так, ладно, с вашей помощью. Слабо. Как вы это делаете? Скажите, а вы женат? Да. Это же вам цены дома нет. Ну, наверное. Всегда есть кому забить гвоздь. Друзья, чтобы вы понимали, вот эта вся скульптура, это пенопласты, куски, это бумага, клей, а со зрительного зала это выглядит как мрамор, не меньше. Ну, будет смотреться как мрамор только после того, как мы заливкасим, покроем ливкас. Ливкас – это такая основа, которая делается там с мукой, с клеем ПВА. Будет вот так потом, да? Ну, примерно, да, потому что я как бы для себя взяла общую такую картинку. То есть вы, похоже, в принципе, на него. Можете дома такое создавать, ну, конечно, себе, да, атмосферу. Да, ну, я этим не занимаюсь, мне достаточно на работе. Вы всю эту красоту создаете, да? Один неверный штрих, и все. Декорация. Вот что, кстати, делать, если, правда, рука дрогнет? Ну, если рука дрогнет, ничего страшного. Как говорится, нет безвыходных положений. Нужно как-то вывести эту линию в другое место. Такой замысел и, художника. Да. Да? Леонардо да Винчи, он расписывал годами своих. У нас столько времени нету. Поэтому мы работаем по-быстрому. А можно с вами попробовать там пару штрих? Да, пожалуйста, так. Вот ага. Черная красочка, так, кисточка. Спасибо. Вот в любом темном месте, пожалуйста. Вы мне доверяете? Да, конечно. Елена. Пожалуйста. Ой, я так кисточкой размахиваю, сейчас ничего. Ляпну ангелочку куда-нибудь. Ничего, знаете, мы его как? Подмажем. Почистите его. Да. Так, ну хорошо, у меня получается, Елена? Скажите. Ну, получается, да. Елена думает, поскорее смелее. Бы забрать у нее кисточку. Посмелее. Наш преподаватель говорил, не бойтесь широкой кисти. Можете брать просто веник. И пишите веником. Как говорится, чем толще кисть, тем тоньше живопись. Вот так, друзья, так что ничего не бойтесь. Берите кисти, краски и... Веники. И веники. Веники тоже. И пишите на здоровье.
Вот такие вот полотна эпохи Возрождения будут заполнять пустые пространства на сцене. Они еще будут подсвечиваться. Говорят, что зрелище это просто какое-то невероятно красивое, но это мы с вами узнаем уже на премьере. На этой неделе крымским зрителям представят премьерный мюзикл «Леонардо». История, замешанная на шпионаже и воровстве, вере и любви, перенесет зрителя в эпоху Возрождения, во времена Святой Инквизиции, Моны Лизы и упорного стремления человека подняться в небо. Каким человеком был итальянский гений Леонардо да Винчи? Создатели спектакля приглашают узнать вас 27, 30 и 31 марта. 30 марта на сцене Севастопольского театра имени Луначарского спектакль по одному из самых загадочных произведений русской литературы «Мастер и Маргарита». Атмосфера постановки полностью передает мир книжного романа. Здесь знакомые каждому образу и любимые герои рассказывают историю о вечной любви. Начало спектакля в 18:30. 31 марта на этой же сцене комедия «Кьоджинские перепалки». Кьоджа – это живописная деревушка в темпераментной и горячей Италии, поэтому и страсти на сцене разгораются нешуточные. Режиссер постановки Георгий Цнебеладзе создал такую себе комичную историю про Ромео и Джульетту. Начало спектакля в 18:30. 30 марта в Симферополе в Русском драматическом театре имени Горького состоится вечер одноактных опер. Любителей этого вида искусства ждут сразу две постановки – оперы «Служанка-госпожа» и «Директор театра». На уникальное событие вас приглашает камерный оркестр Крымской государственной филармонии. Начало в 19:00. 29 марта впервые в Симферополе блистательная актриса театра и кино Чулпан Хаматова со своей программой «Пунктиром». Зрителей ждет монолог, посвященный трем любимым поэтессам-артистке – Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной. Начало спектакля в 19:00. 29 марта на сцене театра «Золотой ключик» спектакль «Два билета на ковчег». По сюжету трое пингвинов методом всяческих ухищрений вместе попадают на ковчег, спасаясь от всемирного потопа. Друзьям приходится постоянно прятать одного из троицы, ведь по регламенту положено быть каждой твари по паре. В течение спектакля идет дискуссия атеиста, верующего и сомневающегося, что создает ощущение монолога человека, который ищет себя и ответы на извечные вопросы. В субботу на этой же сцене спектакль по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Свирепый коршун и мудрый царь Гвидон, 33 богатыря и прекрасная царевна-лебедь. Образы знаменитой сказки оживают на сцене. Спектакль для самых маленьких зрителей покажут 30 марта в 16:00.